Желаю мира и приятного просмотра. С вами Эц Кабаровский. И сегодня, друзья, вместе с Соней мы решили сходить на ужин с безлимитным мясом, который мне подарил Панини. Вот такая вот у нас есть карточка, которую нам надо предъявить, когда мы придем в этот ресторан. И у Сони, кстати, пришли игрушки. Всем привет! Новогодние. Да, это с Алиэкспресса. Я заказывала еще в ноябре. Я рассчитывала, что я украшу этими игрушками, но не судьба. Но ничего, в следующем году можно будет украсить. Это такая гирлянда должна быть. Включаем. О, смотри, горит. Белая? Да. Красиво. Тут еще какие-то режимы. О, да, смотри, еще разные режимы. И тут еще игрушки пришли. 8 это что такое? Какие-то цветочки. Это цветочки, да. Потом игрушки. Игрушки, яблочки такие и яблочки красные. Мы, кстати, позвонили, заказали за 2 дня. Вот этот вот ужин с безлимитным мясом. Придем, покажем, что там будет. Я, кстати, целый день не ела. Утром чай с печеньками только попила. И вообще ничего не ела. Чтобы максимально влезло вот сюда вот мясо. Посмотри, какая тут красота. Новый год полным ходом, да? Да. Короче, нам надо здесь готовить. Мне что-то напоминает маракуйю. Ну да. Хорошо. 13 число. Как у бати день рождения. Прям как шведский стол. Салатик. Есть круглый. Ага. Есть на двоих там на диванчиках. Давай на диванчике. Ну давай на диванчике, да. Давайте. Так, в общем, нам положили фишки вот такие вот. Хочу есть. Если мы наедимся, то нам надо ее перевернуть вот так вот. Что, мол, мы уже наелись, да? Еще у нас елочка. Да, Новый год полным ходом. Еще меню. Тут нам входят салаты. Салат, горячий закусок. А напитки уже платно. Это точно. Напитки нам надо по-любому какие-то взять. Ну да, попить. Потому что я рассчитываю, ребят, нормально мясо трамбануть сегодня. А что ты будешь делать? Как это что? Все буду? Нет, я не буду пить. А, пить? А ты? Я хочу апероль. В общем, Соне принесли уже апероль. Я взял себе вот такой вот сок яблочно-рушевый. И сейчас по времени уже 18:34. Можно брать холодные закуски. Итак, в общем, берем тарелочку, да. Так, а сверху это перец, да? Это перец. Ага. Это артишок. А я возьму вот такой вот перец. Вот снизу. Это какой-то сыр? Это сыр, да. Да? Да, пармезан. Попробуем. Небольшой кусочек возьмем. Так, дальше тут есть вот, огурец, картошка. Вот это вот я хочу. Будешь? Да. Я буду такую картошку. Это батат. Батата? Да, батат, сладкая картошка. Угу. И положи мне, пожалуйста, что-то этот огурец. А капусту? И капусту. Огурец. Положи мне еще огурчик, да. О, спасибо. Кстати, помидоры я не хочу. Рыба и картошка. Будешь? Буду. А картошку? Картошку я возьму пару. Я картошку не буду. Я уже и так набрал нормально. Соусы, кстати, соусы. Я вот этот вот хочу. Тоже этот? Да. Тоже интересно, что это за соус? Не подписано? Нет. Ну ничего, попробуем, разберемся. Дальше идет, сразу видно, аджика. Вот это прикольный соус. Они острые, да? Да. Вот это вот какой-то вишневый, наверное. Вишневый? Ну, не то, что вишневый, а какой-то ягодный, да. Так, свежие овощи. Салат. Ты будешь сюда? Да, ну я там возьму. Так, я возьму вот такой салатик чуть-чуть. Тут есть свежие помидоры, сыр, огурцы. Ну, я хочу попробовать вот это вот дальше, вот те салаты попробовать. Это сыр? Моцарелла. Моцарелла. Спасибо. Так, дальше. Помидор свежий. Не, я возьму себе вот такой вот черри. Один. Есть. Это салат, да? Да. Слушай, он, по идее, с ананасом. Он манго. Манго, вот, точно. И сыр. Забудешь? Да, буду. Куда? Ну, выкладывай наверх. Нет, не вот так вот. Я себя чувствую, как в этом. Турецком. В Турции, да. Или Египет можно назвать, да? Это какой-то... Так, это тоже вложи мне. Будешь? Я все попробую. Смотри, еще есть вот с курицей и авокадо. Вот, смотри, какой вкусный. Хочешь попробовать? Я потом вложу. Попробовать потом? Да. Потом не будет. Почему будет? Так, тут есть яйца маленькие. Я вот этот вот салат еще хочу. Морской. Да, это типа китайского салата. Так, ну мы столько салата наложили. А мясо нам влезет, Соня? Влезет. Да? Все, так, ну я по идее думаю, что нам все хватит. Сыр хочешь этот? Попробуй.
Но он реально крутой, походу. Я бы еще вот тот салат взял, но он не влезет. Давай. Пошли пока присядем. Да, красота. Ты довольна? Слушай, мне нравится. Я приятно удивлен. А ты? Тоже. Слушай, приятный аппетит. Да. Копить не хочу. Будем пробовать. Что нам положили? Итак, сыр нормальный. Соус не пробовал? Соус не. Для тебя как? Вкусный. Вкусный? А пикантный. Вкусно. Слушай, ну мы такой легенький все взяли, салатики. Ну так это пока, типа, знаешь, закусишь. Ну. Анине, спасибо тебе большое за подарок. Ты знаешь, как я люблю поесть. Обалдеть. Я очень приятно удивлен. Кстати, ты батат не пробовал? Это что? Я так ем все. Где батат? А, батат? Вот это вот батат. Типа сладкая картошка. Ага. Она реально сладкая и острая. Ну, да. Кто-нибудь хочет взять салфет? Я тоже достану. Хотя с утра людей приходит побольше. Мне кажется, что вы сейчас зайдете со столиком. Они спрашивают, записывались. Да. Чем-то мне напоминает. Я же говорю, маракуйя. У меня просто особо многих ресторанов не было. Ну как ты? Что там пробуешь? Пока. А? Картошку. Картошку? Да. Вкусно? Да. Травки нормально набрали, да? Да. Надо мне тоже кушать. Так, это у нас курица тут холодная. А курица? Mm-hmm. Кстати, похоже, такой в Турции был салат. Да. Курица, да? О, сыр. А ну. Сыр вкусный. Да. А это рыба? Да. Рыба то. А сыр ты не пробовал? Какой? Съел уже. Он офигенный. Надо было его много взять. Ну что похож? Он очень мягкий. Не такой вот этот, который мы брали за 100 грн. Нет. Он очень крутой. Так, смотри. Это у нас баклажан. Мягкий, сочный, круто, не сухой. Наверное, скорее всего, его тушили. Да? Картошка такая интересная, я такую никогда не делал. Она сладкая и острая одновременно. Кстати, очень острый соус и даже зеленый. Зеленый? Ага. Мне понравилась вот эта вот китайская капуста. Да? Да, очень крутая. Закусим огурчиком. Так. А пока, слушай, мы уработаем. Тут и время подойдет уже к мясу. Не спеши. Да, куда спешить? Время у нас много. А есть какое-то ограничение по времени? По-моему, 2 часа. 2 часа? 2 часа. Я думаю, пока за салатами идти не стоит. Ну да, пока доедим, знаешь. Ага. Да, это точно. Что будет людей вообще очень мало, будет не двигаться людям. А люди сюда ходят и знают, где собираются заведения. Как ни странно, уже нормально пришло. Там тоже люди уже пришли. Столики занимают. Здравствуйте. А какое это мясо? Куриные ножки, в соусе, чили. Спасибо. Пробуй. Да, попробуй, что ты думала. Это маленькие такие ножки, да? Это цыплят ножки. Да. Это, наверное, совсем такие отделяют часть, да? Да. А ты соус закончился? Ну да. Вкусно? Сейчас я попробую. Он острый соус? Да. Да, я так и думал. Да. Чили. Угу. Да, в общем, пробуем. Горячо очень. Итак.
Кстати, что это за соусик? У меня сладкий. Очень острый. Чем-то мне напоминает остроту тут KFC. Да? Да. А тебе? Ну, острый, да, но прикольно то, что они на гриле. Телятина, да? Спасибо. Все. Так, в общем, принесли нам телятину. Слушай, может, соуса наберем? А, я хочу пойти, там вот здесь маленькие тарелочки. Ты меня возьмешь? Да, сейчас я пойду. Соус возьмешь? Да? Спасибо. Так, а я тогда попробую второе мясо. Телятина, она очень сочная, посмотрите. С нее аж кровь сочится. Сейчас мы ее попробуем. А соуса не хватает. Оно мягкое и прожаренное, еле-еле прожарка. Знаете, только приготовленное. Мягкое, не сочное. Прям мега сочное. Посмотрим, сколько у меня влезет мяса. Пытаемся много съесть. Еще салата набрала? Да, я сейчас немножко. Так, посмотри, можно на твою пользу. Хорошо. Ну, Мария, я уже съел все. Да? Да. Больше ничего не выносили? Нет. И как тебе телятина? Первая курица больше понравилась. Чем она, тебе? Да, это такая, знаешь, недожаренная, очень сочная. А я люблю мясо, когда больше прожаренное. Как соус из манго. Да? Mm-hmm. Ну как вам? Впечатляет? Mm-hmm. Может, мне салат там еще положить? Там еще есть что-то? Mm-hmm. Да? Обновляю. Ага. И взяла с чем? С манго? Манго и вот это зеленое авокадо может типа песто или острое. Так. Я его уже брала. Mm-hmm. Ладно, я тоже слежу тогда. Подожди, там сейчас мясо. Да? Я тоже сейчас уже. Чесночный хлеб. Спасибо. Да. В общем, чесночный хлеб принесли. Это третья, да? Ну, это хлеб. А, это не мясо? Это не просто. А-а-а. В принципе, можно за салатами не идти, слышишь? Потому что все время что-то приносят. Он вроде бы еще с сыром, вот этот вот хлеб. Да? Да. Ты же не пробовал? Ее прям маленькую положили, да? Что? Маленькую кусочек положили. Мне? Да. Вкусно, такой хрустящий. Вкусно, да. Я после этого кусочка передумал эти салаты. Да понятно, мне тоже, знаешь, уже оно так чувствуется на еду. Я лучше попробую все виды мяса. Да, я тоже. С салатами не пойду больше. Я, кстати, хочу попробовать этот салат. Вот этот салат прям самый я топ. Я бы никогда так не пробовал. Очень вкусный вот этот салат. Я тебе советую. А, я его ела в суши. В суши? Да. Вкусно, да. Да. Буду знать теперь, какой. Да. В общем, принесли нам баранину, четвертое мясо. Да, соус обязательно попробуем. Ты уже первое схватила, зацени его. С горчицей ты пробуешь, да, сейчас? Нет, это не горчица. Что? Я не знаю, это какой-то зеленый хлеб. Ну как? Ну что тебе напоминает? Тоже сочная, да? Сочная. Чем-то на телятину похоже, но более мягче. Более мягче, да? В общем, давайте я зацелу. Оп. Так, это четвертое. Я не знаю, булочку считать или нет? Я не знаю. В общем, пробуем. Мясо третье. С каким это соусом? А, манго, да? Это вкусно. Баранина это топ. Это очень вкусно. А это как, что за соус? Я знаю, зеленый острый. Зеленый острый. Сейчас попробуем. Манго.
Авокадо. С авокадо, да? Можешь шпинат. Но баранина мне очень нравится, а тебе? Крутой. Вот это вот мясо. Ваше здоровье. В общем, сижу, жду пятое мясо, и получается по времени мы уже сидим час, и я вот понимаю, что мне больше хочется есть салатов, чем мясо. И я мясо все, конечно же, попробую, но мне салаты больше приносят удовольствие есть. Сколько там по времени? Ага. А, можно две? Спасибо. Так, это куриное. Сейчас попробуем. И после мяса пойду все-таки за салатами. Вкусно? Соус там, да? Вкусно, да? Да. Соус как барбекю. Соус барбекю, да. Это такой вкуснее, чем обычно. Более чудо-сыщ. Так, в общем, это пятое, да? Блюдо? Вроде да. Ты считаешь, я уже сбилась. Обещали вроде бы 14. Если бы не пить. Там есть суд еще. Еще что-нибудь? Да. Это очень круто. Если бы были бедра здесь рядом, ну, no. Можно было бы вкусно скидывать. И шо? Ну, прикольно. Давай сделай ее здесь скидывать. Меньше работать там. Ну, все равно я буду мыть бедра, то есть. И мы. И индейка. Точнее, шашлык из нее. Так. Надо в соус макать, так будет вкуснее. Сейчас я пробуйте индейку. Острый соус. Это точно, тебе надо ехать в острые, в эти страны, где острые блюда. Ну как вам? Хорошо. Вообще вкусно. Вкусно, да? Да. Сейчас попробуем. Все вкусно. Индейка прям очень круто. А у нас диетическое мясо. Телятина рыбная. Да? Спасибо. Да. В общем, телятину принесли. Вот такой вот кусочек. Уже побыстрее носит. Это хорошо, да? Смысл выгнать хотят. Да, видишь? Выгнать уже хотят. Кого, нас? Нас выгнать нереально. Ты посчитал какое-то что-то? Вот это вроде восьмое. Восьмое? Да. Я думала, какой? Шестое. Да не, что? Может, седьмое? Не, ну если восьмое, то хорошо, то я уже там. Я вообще на изи, ребят. Так, а что это за мясо? Я уже забыл. Телятина. Телятина, о. Ну, как-то еще ее назвал. Какой-то ага. Плавчик. А он с зеленью? Типа кебаб какой-то. Кебаб. Это типа наподобие кебаба. Да, все правильно. Вкусненько. Я уже наелась сейчас. Наелась? Ну давай осилим все попробуем хотя бы. У меня чистая тарелка, теперь можно идти и набирать салаты. Потому что носят. А еще носят? Точно, носят, можно не... Карамелизированный банан. Давай. Спасибо. Банан нам принесли. Заврешь? Зачем тебе те салаты? Ешь то, что... Лучше мясо есть, да? На тебе. Будем есть то, что носим. Бананчик. Он карамелизированный. С сахаром. Круто. Сладкий, да? Да, очень вкусный. В общем, принес я два соуса. Смотри. Вот такой. Наелась? И вот такой. И что, я могу еще трамбовать много. Думаю, чтобы у меня не треснула, пошла в юбка. Юбка? Наталья. Что, так серьезно, наелась? Пузан вырастал. У тебя пузан растянет? Да. Вот, и что, я кстати, пошел. Кстати, банан такой классный. Банан очень классный. Банан? Что? Банан. Банан. Он с корицей. Свинина парамезане. Спасибо. Можно еще? Ничего не
Спасибо. Так, в общем, принесли свинину в пармезане. Ой, я беру по два куска. Я, кстати, очень часто беру по два куска. Ну, чтобы наесться. Потому что пока нет. Боялся? Нет. Это тяжело уже? Да. Да? Свинина уже посложнее, да? Хотя она... Мягкая? Очень сочная, да? Сочная, да. Что там? День рождения туда празднуют. Спасибо. Так, в общем, принесли нам ананас, жареный на гриле. Ну, терпи вообще. Мне очень классно. Классный? Сладкий такой, да. Сладкий? Угу. Там карамели? Ну, там карамель не очень чувствуется. А что чувствуется? Просто вкусный ананас, очень сладкий вообще. Крутой. Ну, давайте я попробую. Хорошо. Даже очень хорошо. Когда он не терпкий, странно. Вообще он должен быть терпкий. Вообще на нас и терпкие сами по себе. Но это какой-то хороший. Вкусно. Он еще сочный. Сочный, мощный. Так, нам принесли телячьи... Как? Сонь. Телячьи ребрышки, вот, принесли нам. Разносим дальше. Будем их пробовать. Я не уверена, что я хочу. Не уверен, что ты их хочешь? Ого, оно вообще отстает от этого. Круто, круто. Я попробую, и я тебе дам. Мне давай, я на изи. Я в шоке, конечно. Они готовят шикарно, да? Очень мягкая. Очень мягкая, да. На, я тебе подарю. Мне? Давай. Давай. Это все? Да, да. Мне все отдаешь? Мне такой не очень нравится. Ну, давай. Смотри, сколько мяса мне привалило. Вообще. Сегодня явно мой день. Ты их так быстро съел, вкусный, а мне не нравится. Они какие-то жирные для меня. Жирные? А ты просто худая. Да, жирные для жирных, понимаешь? Да, хорошо. Знаешь, что надо было брать? Какой-то мизим. Мизим тебе надо? Но мы можем в аптеку, мне ничего не надо, никакого мизима. Ну, пока мне тоже не надо, но вообще, знаешь, так все. Да. Желудок работает нормально. Очень вкусный сок этот. Да, хороший. Кстати, я его видела в магазине, но никогда не брала. Принесли сердца куриные. Соня. Соня такое не ест. А что такое не любишь? Вкусно. Да, конечно. Да, да. Да? На печенку. А, все понятно, я такое не люблю. Интересно, у Каси сердечко такого же расположено? Мне кажется, меньше. Меньше? Да. Это что, она же больше курит? Не больше, она меньше. У Каси где-то вот такое сердечко. Да. Да. Это еще не все. Нам принесли еще свиные ребрышки. А мы думали, что... Да, мы же собирались уходить. По времени? Мы здесь находимся 1:45, но мясо носят 1:15. Перед этим мы же салаты ели. Так, в общем, теперь будем есть свиные ребрышки. Оно тут все нормально? Только куриные сердечки были, ну, так себе. Я просто взял. Хочу попробовать. Что принесут? Нам принесли ананас. Опять? Да. Мне кажется, что приезжать на новый. Блин, давать не буду. Ты только повторяй, правильно? Скорее всего. Ну, видишь, уже все уже вынесли, мне кажется. Если она по второму кругу, то уже повторяй. Да? 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 Но она у нас вкусная. Его надо брать.
Он еще и горячий. В общем, нам предложили десерт. Чтобы. Это означает, что все, мясо уже закончилось. Мы находимся уже здесь 2 часа. И наше время подходит к концу. Наверное, да, потому что уже выносить не будет. Потому что если предложили десерты, да, то все. Да. Жены я нормально наелся. Соню долю съел и хорошо. Я вообще нормально наел. Так что, сейчас будем просить счет, уточним еще. Конечно, я думаю, это. Да. Если нам ананас принесли, это тонкий намек, что больше мяса не будет, идите домой. Ну, в принципе, мне тут все понравилось дико. Ну, очень вкусно, да? Вообще, я такого не ожидал. Думал, будет попроще. Удивлен довольно-таки хорошо. Общий счет 230 гривен. Нам дали комплимент. Короче, вот такие вот коробки. Ты довольна? Да. Хорошо. Будем рассчитываться и домой бежать. В общем, мы уже спустились вниз. Я взял курточку. Саня вышла с туалета. Смотрите, как тут интересно. Вот это вот мужчинам, это женщина. Да. Так, слушай, давай подведем итоги. Как тебе впечатление? Ну, круто, слушай. Блин, не знаю, плачешь и кушаешь сколько хочешь. Причем, да, кстати, там еще вкусно. Можно было салаты кушать. Можно но было, мы не наглые, в принципе. Не, я просто покушали. Я, кстати, 2 раза брала. Блин, да, я брала два раза. Ты один раз подходила, а я нет, да? 2 раза я подходила, а ты один. Ну, как бы... Там можно было ходить сколько хочешь, да, есть салаты. Подъедать и подъедать. Да, а вот потом уже вывозят десерты, они там все в одну стоимость идут, типа как дополнительная уже стоимость к самому заказу без лимона. Если ты не наелся. Ну, в принципе, этих 2 часа хватает, чтобы накушаться. 1,5 часа из них выносят мясо, а 1,5 часа, опа, 1,5 часа кушаешь салаты. В общем... Вот такой вот у нас сегодня получился выпуск. Если он вам понравился, доставьте лайки, пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу этого выпуска. И не забывайте за наши инстаграмы, ссылки будут в описании. Подписывайтесь. Всем спасибо за внимание. Всем, ребят, пока.